с песным индусом это будет... Что можно это взять? Мага, да? Еще стоит 200. Стоит еще 200, да? То есть, наверное, мага, взятку. Две девки, что ли? Из старплееров. Там звук, не помню, сколько стоит. Сколько стоит звук? Может пригодиться. 260. Не знаю, свои так сливать неохота. То есть мы по-любому берем мага этого. Точно. Да? Сколько мне там фалил-то в команде? Двое, по-моему. Один на МНГ. Один, по-моему, на МНГ. Скинг. Ну а чё, скинка гильный, а гильный хрен с ним. Доберемся, убьем. Не доберемся, ну пускай живет дальше. Ладно, чем мы еще добьем 200? Можно, блин, либо тупо взятку у две девки брать, либо, не знаю, аптечку брать против завров. Ну было бы, ну хотя бы, не знаю, на посадку еще бы лишних индусментов, да? Можно было докинуть сороконник где-нибудь за углы себе. Может, таки пожертвовать 60 на зуга. Да вполне бомбрит, да? Можете виллу взять. Может, я ее взять, слушайте. 150 всего стоит. 150, крепкий череп, донклес. Сайдстеп. Четвертая сила, почему бы нет? Давайте попробуем. Я ни разу не брал эту девку. Только она пригодится. И... Девки. Нормально. Пробуем. Виллоу. Are you ready to play? Попробуем, я ее ни разу не брал никогда, на самом деле. Так что, не Джонсон знаю. Читайте, фэнс. Попробуем попинать кого-нибудь, пофалить. Против завров тоже тем более надо фалить. Simply put, the skinks are made of foam rubber, and the saurus have two left hands. Ну, я говорю, если бы хватило бы на зубы нормально, да, то есть там... Докинуть свои там 30-ку, 40-ник, я бы докинул. Ну, 60 бабла из сотни. Не. Вдруг кто-то не сдохнет у нас в матче сейчас. Какой-нибудь блицер. Его выкупать потом придется. Вообще, конечно, цель на самом деле прокачаться. За этих бретонцев нас. После нескольких сезонов пинают и пинают, а мы нифига не вкачиваемся, нифига. Что? Я бы хотел бы вкачаться больше. Ну что, может раскинка поставить на лосы, не знаю. Или ставить крокса. Типа крокса, завра и еще одного завра. То есть не все завры это вкачанные. Все жалко. Ну, кроме раз вот этого. Ну и скинка тоже ставить не хочется, наверное. Минус армон, по-моему, это был скин, да? По-моему, прилипало, да, с джемпапом. Шести арморной. Поставим, да. Ладненько. Ну, можете по горда-горда четырехсильного покататься на этом заврике. Кататься на заврике, но потом можно получить в ответку с таклом здесь. Так, ну, конечно, три штуки. Три такла. Это неприятно. Классно, конечно, блин,
Еще это дубли кидает на своих игроках, что у него гном, как эльф с даджом по головному практически. И завры три штуки стаком. Ой, с даджом, то есть. Ладно, как будем распинывать лоста в итоге. То есть в любом случае начала бирать этого завра, да? Потому что. Contractually, I'm not allowed to say jump. Гард. Suffice to say that the matter has already been settled. Мячик. Опять наш блицер понесет мячик. С шурхендами. Все думают, типа, встаем так. Так. Кто-то должен с... так вам, блин, блицевать скинков. Блин, может, наверное, пускай, наверное, нулю это потащит мячик вообще. Я подумал. Что, кстати, Агильн у нас... Агильн у нас же есть, точно. Может, Агильн туда таскать, я не знаю. Так. То есть, типа, пункт скинка. Ассиста, да, два ассиста, да. На случай, если уедем на стрелках сюда, ну, пускай Виллу, допустим, пинает этого за. Допустим, это мы покатаем, да? Это мы покатаем. Надеюсь, потом на эту заразку такую бы найти еще будет. Ну, то есть удар. Подойти сюда, что? Да не хрена, хрень получается какая-то. Зараза, а? На самом деле реально неприятно. Сюда не увидишь, по-моему. Да, давай так попробуем. That ball's starting to look a little tatty. When are they gonna replace it? I don't know, Bob, and I know what you're doing. You just want me to set you up so you can shout, "New balls, please!" I'm not going to. Buzzkill. Даже не знаю, можно на самом деле даже не пытаться прям совсем на поветку играть, чтобы чисто швейцарить и упасть вниз, с кем-нибудь, не знаю, не в качественной команде играть, качаться самому. Снимай роу, тэчбэк. Классно. Начнем с босса скинка, наверное. Начнем с приятного. Сам. This player keeps on going and going and going. Лос, конечно, от души. Ну ладно, если бьем-то бьем так, видимо. Бьем так, не фолуем. Ну что, блицнуть вообще судья в тебя вообще. Наверное, лучше даже в Зару блицнуть. Ассист, халапьё. Блицануть и толкнуть тебя хотя бы просто. Пофалить заодно Зару этого. Переживем. Кубы от души, да? Ну ладно. Oh, look at that little snotling attacking the troll.
Лучше, наверное, стоим пока что так. Надо ударить Виллоу. Ударить Виллоу. Чё, потом? Однокубовый в Кроксы. Однокубовый в Кроксы искать. Какая прекрасная идея, да, ведь? Однокубовый в Кроксы кидать. Шестерка, классно. Все, как я люблю. Вот это игрок, да? Как в шестерке находится. Solid formation. I want to see the opposing team have a go at the ball now. Настало время офигительных кубов. Эй! Классно. Ассисты здесь, либо один ассист здесь. Кажется, толстый череп. Чё это, наверное, сейчас лицо фейспалмами разбивает, да? Не знаю, как у него, наверное, печёт. От офигительных розыгрышей. Ну, типа 9 плюс, либо 8 плюс. Знаете, не с таким хренством. Френзя у него есть? Френзя у него нет, да? Блин. Опять пробой. Конечно, паршиво, что не получилось эту заразу оттолкнуть. Просто даже оттолкнуть стрелки хотя бы. Выпали бы, зашибись, а так... Сейчас мы получаем четырехсильного блиц. С вероятностью чуть больше, чем до хера, да? Ну и у этого... С финдом. Тоже получаем. Is this gonna be enough to come out on top? С поиском шестерки. Может попробовать заразу под хлопов положить сейчас. То есть, типа... Блиц так, то есть подняться, блиц. Либо прокинуть донтлес чисто. То есть донтлес положить сюда. Подойти сюда, этот встанет сюда, ударить здесь 2D, оттолкнуть. У нас есть, в принципе, фол.
Или нет фола. They've gone into the opponent's tackle zone. Should be good. Сюда можно как-то ударить здесь, опять же, через речку. Да. Надо пытаться, не знаю, попалить. Пока дают, надо фалить. Мне так кажется. Сюда. Здесь просто встать. Если толкнем хотя бы сюда, у нас будет два куба здесь. Anybody got any playing cards? I'm getting bored. Hey, who knows the rules for things in the closet? Я уже стать. Ну это, блин, через фарилу, конечно. Чем не знаю, ударить так. Ударить так. Что, тебе покататься, повести, я не знаю. Прохладно все это выглядит, как-то очень прохладно. Здесь. Где повалить его сюда? Aggressive hug, don't they? They'd call it wrestling. Wrestling. Зараз, конечно, получится леща. Опять. Опять сейчас он получит леща, короче. Бред. Бред тонец. Дай меч кто-то постоит, зараза. Сюда. Давайте сюда. Ах, я смотрю сюда. Будем играть как дебилы. Чисто, чтобы шведа побесить. This player likes to be well assisted in a fight. That player just won't go down. The player's on the floor. Looks like he's about to get a kick. My goalkeeper says he gets kicked in the face first. Если найдешь шестерку здесь каким-то макаром, да, с кинками, можно влетать мячик. Ха.
Еще обидно, что здесь пришлось падать. Так бы я на тебя повалил. Точнее, его повалил уже как раз. Был бы еще один ассист. Так, получилось херота опять. Ну, ладно, все равно. Могу не сказать, чтобы нормально гретами играю, да? Первый гард ушел. Какая красота. Может, зря вообще стенку на стенку долблю с этими заврами, я не... Просто, наверное, не понимаю, как играть против завров в питомстве. Зачем-то стою стенку на стенку с ними попадаю сейчас. Какого там смысла? Никакого. Считаю, что у них гарды, блин, вся срань. Все дела. Давай шестерочку. По красоте, да? Come on, guys, together! Красоте шестерочку. Takes a skillful player to stay up under such a sustained assault. Может сыграет, а? Ты, конечно, можешь сейчас типа просочиться, да, вперед. На нем. Если, конечно, выживем здесь. Замечательный кубы. Ну чё, БТ и встать на мяч. Даже БТ не манялся, классно. Классно. That player's going for it. That player's like a streak of luck. Помню, вообще было одну дождь сделал три плюса. Не с одним движением. Он даже надежнее же с реролом, ну, со вторым точнее. Тут, конечно, шестерочку бы найти-то, ух, по этому шестеромурному. Уж не игла есть. Ну что, давайте сюда перетягиваться, хер знает. Типа сюда встать, ударить здесь. В три куба как раз. Ну так, не знаю, Адонриса где-нибудь. Везде. Адонриса везде. Так, ну мы, допустим, бьем, да, и куда мы идем? Раз, два, три, четыре. Здесь, наверное, остаемся, что ли? Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. А давайте начнем с этого. В прошлом году, конечно, вставать. Я либо он же вообще сломался. На, ну ты по-любому встаешь, что ли? Придется терпеть. Тут
уже придется вставать. Идеально же поставить сюда. About to get punched above and это не шестерка, к сожалению. At the same time. The call. Intimidation is the key. It's one of my strengths when I was young. Что я творю, а? Кто мне объяснит? Какую хер я творю опять? Честное слово. Я, конечно, так бы зазор сюда. Три плюс. Так, ну да, она поедет сюда какой-нибудь дурится. Ты, конечно, зараза далеко стоит. Надо, блин, уже сюда вставать. Мне так кажется. Do you miss the old days of playing the NFL? Not really, Jim. A lot more rules in them days. You couldn't just walk into the crowd and murder with rampage. No, you had to ask permission. Fill out a form and triplicate. God, it's so lucky. Как-то срань получилось, конечно, но ладно. Надеюсь, швед не сильно на меня злится. За такую херню, которую я творю. Если серф вообще здесь вообще так-то есть подумать. Здесь-то сюда. Через БТ. Ну, релл, конечно, если вы от души. Какие-то идиотские действия. Заворми-то, ёпферс, это непонятно. Вроде я типа заворот должен знать, что делать против заворов, да? За другие команды. Потому что знаю, как вот с другой стороны. Но я нихера не понимаю, что делать заворот. У них шестой мув, да? Шестой мув, им норм. То есть не раскачаешь нормально. Не раскачаешь. До скинков я добраться нормально не могу сейчас. Ну что, четверосильный получается в табло, я так понимаю, да? Пока что пахнет именно этим, что сейчас он ассист на Гильного ставит и четырёхсильный получает стак от МБ. Или просто Гильный получит клеща.
Ну, и то хорошо ему. Ах, я да, зачем ему скинка-то представлять точно? У него же карта стоит. Может быть, порублю даже, не? Ради Агильного-то можно, наверное, пожадничать. Ну окейюшки. Так, ну хотя бы от этого завра можно отвязаться, да? То есть холопом, либо этим ударить. Шестерка. Сюда. Еще гард приглушен. Когда же гардов-то раскачает этих чертов блокеров? Как же меня бесит это. Сколько играю, ни разу, блин, наверное, больше двух гардов в команде не было никогда одновременно. Надеюсь, холопа не поставит сюда. А вот придется, наверное, под конец однокубовый здесь кидать блокером. Я бы даже, наверное, прилипнул бы к этому блицеру скинкам. Может быть. Может на жопу? Не хочет на жопу попадать, да? Зараза. Что искать? 2-6 здесь, наверное, через 3 куба. 3 куба какие-нибудь, хотя 3 куба, наверное, геморно искать будет. 2 сиса тащить сюда. Да, можешь поставить хоть сюда, например. Чтобы ему прошло, что сцепы сюда, либо от меня отпихнуться уже прилипалой. Да. Здесь тоже непонятно, кто разобрался остался. Гардов не... Гардов маловато. Гардов не хватает, капец. Ну, сюда бы гарда можно было запихать. Если бы он был. Сюда встать, можно было порычать бы здесь. Сразу же. Да. И здесь можно было два куба найти. Потом вот это сесть сюда. Куда-нибудь. И уехать. Покатать этого хотя бы можно было бы. Есть, конечно, вариант типа через Виллоу разрулить, да? Но здесь просто ударить в пятак этой заразе мелкой. Через Виллоу разрулить. Even beastmen sharing the delightful violence in the same stadium, and all desperate to see some shredding death. Не знаю, систа, сис сюда, покатать тебя, покатать тебя. Это вот тебя, хотя бы тянуть уже. Хрен его знает. That's our holding. Right, мы стоим на месте, получается. The carrier himself blocks. That's risky. Шестой армор говорит, что ему норм, да? Найти шестерочку, да? Чтоб неповадно было. На Тульникова, да? Что-то вот. Можем уехать в 1D сейчас. Если так просто дёру дадим. Конец сюда.
Может, они даже с первого дерут, хоть нет. Это два. Один. То есть у нас один-один здесь фейлит, да, здесь у нас фейлит. У нас, в принципе, даже двойку устраивает, чтобы не уехать вперед. That player is about to get punched above and below the belt at the same time. Is the assist going to be enough to come out on top? Assist will be enough to come up on top. Надо держать. Есть у меня такое мнение, да? Не давать это заразе. Push the stronger player back. Да, даже это нормально получилось вроде бы. Этих замбров повалили, здесь скинка повалили, здесь прикрыли на случай, если он типа уберет эту заразу и врывается вот так. Ну, через бетон, конечно, можно все равно ворваться. I never could get the hang of this maneuver, Chuck. Whenever I jumped up, parts of the stadium would collapse, killing many fans. Мне кажется, может сюда улететь. Хотя толк этого никакого, но все равно типа стаклом ударить трехсильного. Сейчас, по-моему, блицеров слишком сильно подставляю, вам не кажется так? Точнее, все пинно. Каждый ход, по-моему, каждый раз блицеры ловят блиц. В пятак. Я так подумал, может вообще нас... Когда играешь бритонцами против завров, может вообще не стоит лос разбивать, ну... Не прям, не кидать там вообще все на него, чтобы лос разбить от чертов. То есть, не знаю, как-нибудь... Допустим, стоит крокс, завр, стоит горда, двух блицеров, чисто чтобы завров попинать. И все. Наверное, сюда наверх или сюда поставим. Либо вверх, либо сюда, да? И сюда он встанет с мячом. Ну, на мяч, в смысле. Печать армор. Типа не встает, потому что я могу типа просто уйти через блиц здесь. Может, проще сюда уйти, не знаю. Хотя, чё, да, завр сейчас станет сюда, да? Точно. А, завр станет сюда. Не знаю, если покатаем тут заразу, можно, в принципе, просочиться здесь. Потом не через блиц сюда. Здесь 2-6 найдем. Ну, в идеале, конечно, 6 найти. Ей, Крокс, такой молодец, я тебя так обожаю просто тебе. Видимо, сейчас швед говорит, какая это тупая хрень. И как он ее ненавидит, да? Вот это я не понял сейчас. Ладно. Это я не понял, на самом деле. Типа, чтобы не отпускать его. Блокера. Хорошо, у вас вообще просто отлично. Два свободных игрока сейчас нам очень сильно пригодятся. В общем, можно реально, в принципе, переснуть сейчас сюда, вполне. У нас проход свободный. То есть идти встану где-нибудь внизу, экранчик сделают двое. Да. Здесь оттолкнуть. Какой-нибудь блиц, допустим. Я, нужно еще мячик освободить. Ну, можно вкладку сделать, в принципе, агильному и агильному убежать, на самом деле. Все варианты, на самом деле, точно. То есть Вилла убьет здесь. Тут даем вкладку, просто убегаем. Здесь этот скин, не знаю. Ну, наверное, убежит, наверное, наверх тоже. Мне так кажется. Или наверное, сюда встанет переход. Здесь дырень, вот огромную дырень просто здесь. Так,
Это... Если что, мы уедем тупо здесь, сюда, на френзе. У нас, конечно, привезет какой-нибудь подкрокс, скорее всего. Да и ладно. Машине дать вкладку и дёру отсюда нафиг. Хотя, блин, уже через этого будут пробегать завры. Играя соблазнится за убегать. Сейчас, учитывая, что этот фейл машины тупит. Чем уже сюда тоже отдорится, нафига нам в лицо получать лишний раз городом. Вопрос, как здесь пробежать? Вот здесь тут. Типа удар. Удар, удар. Удар сюда. Да, блиц. Сюда и типа блиц сюда. Встать сюда. Ты, допустим, ты сюда, ты сюда. Мячик какой-нибудь сюда. Не знаю. Давайте, наверное, все-таки здесь на френзе поедем. Покатаемся. Surrounded by adversaries like that, I hope he knows what he's doing. Скинки еще пробивались, а? Было бы неплохо. Да. Было бы очень неплохо. Нет, это бред сюда, если здесь все перекрыто. То есть мы даже если ударим, мы ничего дальше, типа раз. Пока если толкнем. Прилипал нужно сперва, блять, получается. Удар, толкаем сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, сюда встать. Привет, Анкул. Нет, я же себе проход переходит. Здесь же будет стоять ассист. Ему лучше, наверное, тупо-то эту заразу убрать. Убрать эту заразу. Что дальше с этой заразы делать, хер узнает. All is secure. Can the other team steal it away? Тупанул, на самом-то деле. Знаете. Need to be close. So close they can smell your breath and see the dead insects in your teeth. Yay! Кидаем дичь. Начиная с хрен знает какого года, блин. Хрень случилась. Капец. Ну ладно, в принципе, вот типа даже мячик прикрыли нормально на самом деле, да. Ну вот это вот тут я долго как-то придумал. Что-то нормально. Даже нормально что-то для себя придумал.
подумать. Конечно, опять, типа, ну, сядь, в принципе, здесь на мяч, да, за вором, допустим. У нас даже есть какое-то забитие банки сейчас, теоретически. Сюда. То есть падаем по-любому сюда. Смells like a good old-fashioned fight. Релакс и матч запим. Если ты про название стрима, мне просто лень менять название стрима, вот и все. И как назвал его, релаксируем. Черт знает когда. Так и осталось, в принципе. Цепимся сюда, под скинка. Надеюсь, конечно, нас не повалят. Надеюсь. Ну, наверное, по-любому падаем то сюда. Сейчас скинка пнуть, я не знаю. Хотя, не знаю, если, наверное, если не валят, то мы падаем на скинка, да, чтобы пнуть скинка и перегореть проход. Если падаем на 5-6, то мы падаем под завра, чтобы можно было сейчас доджиться. That's it. Get in their face. Постоянство. Это не постоянство, это просто лень. Все равно, в принципе, народ особо на меня не смотрит, так что смысла напрягаться. Да ведь. Зараза, жалко, что еще не 2-2, да ведь. И терновер был бы, и шестерморный скин получил бы в пятак. Что там за... как будто были... Так, ну зоны с БТ, это получается как с первой иглой. Ну то есть он по сути 5 плюс прокинул сам то же самое. Без разницы БТ, без БТ, по идее. Если я не ошибаюсь. Да, это же по-моему... Ну да. Все равно, что с первой иглой врываться. В клетку. В три такл зоны. Так, ну что у нас есть? Побить скинка на халяву здесь. Порычать здесь. Может даже придется забивать, я не знаю. Пока что пахнет, что нам придется забивать. Сейчас. 3 хода на ответку завров. Здесь мы ничего не придумаем нормально, да? От этих не отдоджимся здесь никак. Нам все зажали, да? Нам придется вставать сюда. Сюда и рычать здесь. Рычать здесь. Здесь ударить, здесь просто встать. Ну да, наверное, тупо бьем здесь, бьем здесь. Блиц еще остается у нас, да? Блицуем, наверное, в скинка вот этого. И забиваем. Видимо, так придется делать. He's coming to help his buddy. That's gonna hurt. Начнем с приятного, да? Эй, травма. Так, один из семи ушел. Наконец-то. Эй. Сможешь меня защитить 2-6 на нем, а? А еще ты и уйдешь, а? Вот шесть арморный скин вообще молодцом держится, да ведь? Ну, все нипочем. Все ни по чем. Mm-hmm.
с магом затащим. Тори, пендрагон. То есть три хода. Нокауты. Так красиво бы было, Анкл, если бы мы, как и должно быть, проставили бы еще ход или два и забили бы банк. Вот это было бы нормально. А так это красиво. Так, что, Халапьё встает на лос? Да. Кого мы убираем с пулем? Виллу, наверное, тоже поставим на бровку. Он еще остается. Халапьё, да? Что-то типа того, я не знаю. Надо встать вот так будет. Чтоб не давать здесь пробежать на халяву. Так, кого-нибудь мы меняем? Нет, мне нужно Фалилу-то убрать тогда. И Агиль, на самом деле, тоже нужен будет. Так, сделаем. Так, и может быть тогда... Так, то есть надо попытаться побороться все-таки, да? Если был бы 8-й ход, я бы, конечно, Агиль его убрал бы. Блицера так же надо побарахтаться. Так, в принципе... Да, наверное, что-то типа того, попробуем. Что-то типа того, да? Давайте, поехали. Так, что, 11 игроков, да, на поле? Сколько? 2, 4, 6... Сюда 11. Все еще 11. Нужно, получается, хотя бы 3 скинков завалить, чтобы его стало 10. Девок же взял, да, ведь? Взял. Все равно скотина не встала, тупая. Я сам, блин, на самом деле, что-то сильно буду сюда ставить. Чтоб здесь было, что ли, стрела, здесь что-то сильно было здесь. Ну ладно. По крайней мере, он не бежит точно. Я думаю, Миду, во-первых, с четвертой силы, да? Еще четвертая сила. Да, Купер осталось опять. Надо было этих поменять местами. Так бы, тут было, вот так было бы здесь, да, здесь так вообще бы не было там. Как мы станем, все равно жопа получается. Всем рероллы. Мне правда нафиг уже не нужен. Я вот еще это пригодился. That's quite a mismatch, Bob. Интересно, с Корпса начинает. I'm excited, Jim. Я бы застал Кроксом, даже с Бруком бить первым действием, честно говоря. Я бы хотя бы блицнул бы сперва. Вот, из-за вот этого вот как раз. Два... А, не прыгал, 1-1-6-6. Найс. Найс. 1-1-6-6. Ну, магом, наверное, потратим, если будет прям прижимать, да? Если прижмет, мы его магу потратим, чтобы не дать ответку забить хотя бы. Что это будет? Сможем взять мячик. Наверное,
Сейчас он вкладку не будет давать забегать сразу, да? На следующий ход, наверное, будет забегать. То есть, наверное, не спрячется какой-нибудь здесь кинуть, чтобы я его не достал. На этой линии где-нибудь. А потом можно вполне забежать, там пас даже сделать вполне. 3 плюс шорт пас сделать. Жалко, мой прилипал сдох, блицера. Какой хороший прилипал был. Так, не ты забегаешь, да, сейчас? 3, 6, 8. Куда же добегает, да? Недлованный. Этих двоих надо вынести. Это не полный, этот с минус арморный путь тупо. Два вкусных скинка. Так, отлично. Наверное, сейчас сайдстепимся сюда. Чем по такам стоять, да, сейчас? Пускай он стоит на блокере, пока что. БТ он, наверное, не будет сейчас юзать, потому что рерола нету. Или заюзает, типа, вот сюда встать. Это, может, попробовать его вытянуть даже. Теоретически. Yes, they picked up the ball. Whoopee-dee-doo. Был бы это, конечно, блистер, можно бы его вытолкнуть, на самом деле. Типа порычали, сюда толкнули, еще вытолкнули. То есть... Сам вот гарда притащить какой-нибудь. Ну, даже не гарда, просто тебя, допустим. И здесь ассист снять, порычать сюда. Не, порычать сюда и отсюда ударить еще. С вами что с двумя делать? Ты, наверное, встанешь сюда. Или можно Крокс, кстати, посадить вообще. Чтоб Крокс никогда не бегал. Скинг-то убежит, а Крокс... По крайней мере, это БТ кидать с лунером. Совсем не весело, да? Мы можем, типа... На самом деле, можно даже себе выбить мячик. На грязи-то. Вполне. Надо всего лишь там прокинуть 3 плюс додж сюда, да? Атакла. И потом просочиться 2 плюс, еще 2 плюс. Найти 2-6. Уж реально рискнуть. Еще нет. То есть ты виллу поставить сюда, держать эту скотину, да? С БТ. Тебя, допустим, поставить на двух скинков. Здесь придется просто встать. Touchdowns are coming! The Studio Wizard has promised me at least one more before the final whistle. Что нам терять, кроме собственных цепей? Так, ты генерически будешь держать Крокса. Да. They've gone into the opponent's tackle zone. Should be good. Генерически будешь держать Крокса, да? Я вот не знаю, как поставить. Ты должен встать сюда. А тебя я не знаю, как поставить. Сюда. Конечно, мы сюда притащить. И можно забить на кубы мяч. Если мы типа скинка уберем, встанем сюда. Сюда встанем. Здесь, да? Встать сюда. Можем далее быть здесь. Тебя просто на мяч поставить.
Ладно, давайте, короче, ты встанешь сюда. Ты встанешь сюда. They're getting up close and personal, Bob. You need to be close. So close to smell your breath and see the dead insects in your teeth. Ну чё, давайте рискнем. Слушай, три плюс. That's a holding maneuver, if ever I saw one. Put some pressure on the ball carrier. Move quicker. Шестерка. Или двойка. Это шестерка. Ах ты скотина, просто. Что творит, а? Только погляди на него. Засранец. Можешь мага тебя пульнуть, а? Че он себе позволяет, а? Капец. Что-то с кинком бежать, я не знаю. Тогда. Конечно, освобождается как-то, да, то есть, ну, доджится, освобождается ему без разницы. Так вот здесь нету подката, нету нифига, нету. Жалко, что не сломали тебя, зараза. Я можно условно реально сюда вставать. Не хотел ему, типа, здесь слишком легко давать вставать, да? На бровочке. Поэтому встал сюда. Сразу. Сыграл. Окей. Так, отлично. Идеальный просто вариант. Крокс ничего не сделал, по сути, и мы еще на ногах даже остались. Так, ну сейчас нас забирать не будет, слишком как-то рискованно, ну не знаю, 4 плюс вкладка сюда и бежать. Немного еще остались в ход все равно. Хотя, может, конечно, забить на самом деле, но это, не знаю, стоит на того сейчас, слишком рискованно, да, то есть 4 плюс, во-первых, вкладка, по-любому, хоть ты как пляши здесь. Все равно вкладка 4 плюс. Скинка еще дольца от таклов. Как минимум один раз. Сейчас она его встанет. Пахнет, что он встанет где-то здесь. Типа сюда. Сюда. Скинг сюда, мячик сюда, и ты сюда. Не знаю. Или, наверное, розавр сюда, типа, да? Ты, допустим, еще. Или какой-нибудь. Ты, допустим, сюда. Right next to a teammate. По крайней мере, всеми заврами он не перекрывает, только если еще здесь убежит.
перекрываться. Типа ты сюда, а ты сюда. И скинг сюда, да? Отдельный. Можно фаербол тогда пнуть. Смотря на встанет клетки здесь, мы фаербол пнем. Вдруг кто-нибудь сломается. Так. This formation gives them a safe progression. It's gonna be hard to make them lose the ball. Так, это шанс. Как ни странно, да? Как мы этим шансом воспользуемся? То есть мы толкаем по-любому сюда потом еще, да? Гардов у нас... Сюда гарда мы никак не притащим, да? Так, ну ладно, хорошо. Ну, даже если мы не притащим гарда, можем все равно притащить его сюда и порычать здесь. Так, 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 еще кланрей здесь, в случае чего. То есть у нас как минимум два удара есть. Так. Да, лучше тогда гильным бить, да? 2 плюс, такой так, хоть сяк. Кидать придется. Делаем мы что-то перед этим? Или не делаем? Покатать тебя, допустим. Или покатать тебя можно. Наверное, покатаем тебя. Это бы ударим тоже. Или дальше. Давайте я покатаем. Unity is strength. They just got... Непробиваемая скотина, шестиарморная. Бейся. Put pressure on the ball. Can't argue with that. Блин, а? Смотрите. State, да? Такого может разрастили. Ну, давайте стоим здесь, окей. Стоим здесь тогда, теперь. Так, может, я сперва подниму, да? Чтобы, не знаю, может, ну, может, конечно, выдохнуть, да, типа, теоретически, да, сейчас. Но я думаю, он, наверное, не рискнет. Сыкотно, да, мне было бы сыкотно. Так, теперь вопрос только в том, мы либо бьем Виллу, да, либо так, ну, по-моему, без разницы, да, как бить, все равно. Ну, лучше, наверное, ударить сперва Виллу. Стоим сюда. Так, теперь порычаем, да, нужно. Порычали, порычали. Порычали, порычали. Что, тебя проталкиваем сюда тогда? Или сюда? Сюда или сюда? Давайте сюда, наверное. Even Siege. Проводит отлично. Шестерка, классно. Шестерка, это классно, да, их уловим. There's no harm in making a block on the ball, Captain. Actually, you can do a lot of harm. That's kind of the point. Ну, окей. Ну окей, скинкель. Ну это продолжается не забитие, да? Как минимум мы отдефали с слава яйцам. То есть скинки лежат, никто не забивает. Нет, джампапер забивает, да, своим джампапом. Ну это атака дурится. Точно надо гем-то подобрать. Или не подобрать, убежать. Хотя сможешь подобрать вполне. То есть бьет здесь, толкает тебя, 2+. Ну это...
бежать, пас, как делать. В принципе, можно, можно сейчас это бои забить. Кау, спасибо, было вкусно. Может, девочки все-таки сыграют на три нокаута. Крокс, молодец, ты просто герой этого матча. Ты герой этого матча, друг мой. Все-таки не будет забивать. Или будет? Я слушаю, поймал базу. Я бы, наверное, все-таки рискнул забить, честно говоря. Какой-нибудь, да? Угу. Ну, да, поэтому я как бы и на самом деле думал, что еще сделал фишку сюда. Из этого толкания как раз. Рерол. Спасибо. Хорошо, нокауты идут пока что. Нокауты — это не травмы, да ведь? Нокауты — это не травмы. Главное, чтобы они встали на 3+. Так, что, он может кого-нибудь еще попинать? По идее, может, всего этого блокера попинать? С кинком, я не знаю. То есть подобрать мячики и ударить. А, красиво. Блин, Агиль не встал, правда. Ну ладно. 3-4 уже хорошо. Time to rise and shine for some of those sleepy heads. Sleepy heads. Despite being in the lead, this team now has to kick the ball to the losing squad. They'll want to get it back. Так, теперь мы встаем вот так. Значит, три такла есть. Есть три такла, есть три такла. Да, ну и в принципе пойдет. Может пусть даже встать тут в так. Заносим праздную победу. Атака же не наша сейчас, на самом деле. Так что насчет заноса еще не... Фиг его знает. Что, холопу выставить? Поливу не, не вставлять. Чувака сбоку поставим, чтобы хотя бы на двойку не падал на центре. Ладно, хрен с ней, свалил. Все равно, что фалить сейчас не будет возможности. В первом тайме никого особо не поломали, кроме одного скинка, да? Так что у нас преимущества по силе никого нету. Сейчас не до фалов будет явно. Это еще, между прочим, всего 5 завров, а не 6. Сейчас против нас. Или, может, таки стоило зуга взять, не знаю. Может, зугом было бы веселее. Вилл, конечно, она, в принципе, помогает так-то. Абсолютно нет, Джаб. Я стоял на линии скриммиджа, и мои victims, я имею в виду, rival players, came to me. Не сказать, чтобы она завозит прямо. Поехали. Холоп. Мой холоп. Get up or get off the field. No. No, да, да, да.
Дай мне не тэджбэк. Интересно, что Фокс поставил не сюда, не сюда. Я обычно, когда расставляется вот так, ну, пошире, да я Крокса ставлю сюда, либо сюда, чтобы хотя бы двоих на нем держать после первого хода. Двойку? Нет, стрелку, наверное, убьет. Зачем ему холоп на мече сейчас давить? Пусть даже на Кроксиоре. Ладно. Ну, или будем, типа, надеяться, что подоберется все равно. 3 плюс, 2 плюс. Окей. Сейчас. Окей, понятненько. Ясненько. Просто сажал блиц. Просто зачем ты сажал блиц? А вот это зачем? Че, он еще завтра подбьет с гордом, что ли? То есть я, наверное, свои кубы-то даже поищу вполне. Может даже, можно даже пофалить, возможно. Реально, может пофалить вполне. То есть, допустим, выбить, давать ассист. То есть ты, допустим, сюда встанешь. Пусть им нулевой блицер встанет сюда. Мы кладем класть и будем сюда. Чтобы фалить было удобнее, так что, наверное. Типа блицер сюда, гард сюда. Да, не более здесь скинк уже стоит. Можно же блицем сперва в скинка, а потом уже встать. Ударить сюда. Да, точно, чтобы как раз убрать его скинка для фала. Поэтому завры пофалить. Здесь встать на тебя, на скинка. Так, тут тоже можно какие-нибудь кубы поискать вполне. Встать здесь. Допустим, ассист. Ассист, ассист, два куба. То есть ты будешь, получается, ассист давать на фул. Ты будешь давать ассист на фул, да. И виллу поставить сюда тоже. Три ассиста иметь на фул нормально будет. Going to be decisive. Давайте сюда. Так, мне подлагивает что-то или что? Видимо, игра просто подтормознула. Ладненько. Тоже пойдут. Is the assist going to be enough to come out on top? Шестерочка. Так, пробой, это хорошо. Удаление. Можно с поля, пожалуйста. Но, бляха, муха. Did you see that, Bob? Of course I did, Jim. And it's outrageous! Даже не нокаут. Что там, 1-1, 2-2. Вообще даже не близко, не нокаут.
Даже близко не нокаут. Просто мне куда хлопа слили, по сути. У нас уже 9. Какая радость. Счастье. They've smacked a player to relieve his team. Well done. Через завод. Опять 5-6 на армор. Уже, по-моему, третий раз 5-6 на армор, на самом деле, прокидывается. Именно на мой армор. Вперед мы, наверное, пыльный мага. Теперь уже. Пыльный мага, видимо, прикрываться будет тем. Завар станет, наверное, сюда. Держать эту заразу, блицерскую, да, мою. И скинками типа клетка какая-то. That's it. Get in their face. Здесь ее 1D под конец будет какой-то. Надо стоять сюда. Мы, по-моему, можем как-то оббежать на гфишках и даджах. И тоже, наверное, должен какой-нибудь сюда встанет здесь. Под конец, да? Этот сюда. Точнее, наверное, мячик какой-нибудь сюда получится, да? Сюда. Это интересно. Интересненько. Интересное кино. Ну, это маг, я думаю. Не будет повторять своих ошибок. Хотя можно смотреть, что рискнуть еще 3+, просто кинуть здесь. Ну, по-моему, не стоит, да, того. Лучше уж мага потратить здесь. Сейчас потом тобой как раз 3+ подобрать мячик. Да, единичку нужно. Давай еще раз. Зараза такая, все-таки отдолжился. Засранец. Ладно, с чем мы можем еще вот так, на самом деле, пробежаться. 3+ со 3-роллом в тебя и на мячик. Чтоб тебя перекосил, это зараза. Все прокинул. Просто все, что хотел. 3, 6, 7. Ну, можно еще так. Через 3+ здесь. Все прокинул. Сранец. Че, пуляем, не пуляем? Давайте пульнем уже. Дальше посмотрим. На, единичка. Классно. Люблю единички в молнии, а? По утрам. Что уже приятнее здесь с ранним. С ним, конечно. Ну и что мы делаем? И нам забра, что ли, кидал? Я хотел вас попинать, на самом деле, тоже. Один дым, наверное, пнем под конец, на хлопы ему оставим. Здесь ударим, здесь. Блин, реально, просто магия сработала бы хотя бы. Можно было здесь задуматься, типа, 3, 6, 7. 8. Уже ладно, тебя поставить на мяч и тобой ими двумя встать на мяч. Или хотя бы.
Так, ни рыба, ни мясо получилось, да? Так. Так, так. И сюда ради чего непонятно. Лучше, наверное, просто ударить в завра и встать на. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, да. Да. Или прилипал. Получить, наверное, постоять на меч. Каким-то ассист давать на эту заразу. Давайте ассист неким, да? Зараза такая. Встаем. Встаем. Или 1D-ш ли кидать? Нет, 1D кидать. Какая-то срань вообще будет. Полнейшая. Можем вообще как-то мяч не придумать? Не можем, да? Из этой тупой скотины вот эта мразь вот прибежала, блин, своя. Из-за нее мы ничего не можем придумать сейчас нормального. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Нифига не получается. Надо вообще никак ничего не придумать. Нормально. Ну ладно. Давайте так. They've gone into the opponent's tackle zone. Should be good. The attacker has an assist. Grab him and breathe and relax, Jim. We're gonna be here for quite some time. Some defensive pressure gathering. That's a nap. Still. I'm willing to bet a good punch will have him face down in the mud. Прокинь, наверное, все-таки эту грязищу, да? Сюда, здесь. This is going to be decisive. Don't push him out of the way. Foul them off the pitch. Или не стоит, может. Ассист, ассист. Ладно, давайте поддержим эту заразу. Ты можешь речку прокинуть? Дайте нам речку по нему. Бдя-бдя-бдя-бдя-бдя-бдя-бдя-бдя. Ладно, скип. Я знал, на что шел. Хотя бы просто бычка прокинулась, мы хотя бы, не знаю, атаку будем подписали так. Скатился. Реально, запихнуть голову сюда, его было неплохо. Очень даже неплохо сюда его подтолкнуть. Пусть даже ценой удара в лицо, еще бы этому завру перекрывали бы. Да, явно стоило того. Если не знаю, стоило бы реролить, не реролить. Не стоило. Десятый ход, в принципе, три реролы. Ладно. В принципе, шансов, что мы сейчас не дадим им забить, очень мало. Из-за всей этой прокинутой грязи с кинками. Отдоджились везде, где им надо было отдоджиться. И даже вот этот вариант, если вот эта зараза не пробежала бы здесь, может быть, вариант тупо так тебя блеснуть и встать на мяч. Одного с кинка каким-нибудь лишнего. Ха-ха, here's some friends. На СФ прожимать будет. Давай там три двойки, а. И сейчас в толбу получаем. Не знаю, не было бы БТ, я, конечно, бы тут постоял сейчас. Вообще-то реально, не было бы БТ, я бы стоял. Так, с БТ. Ну, хер получается. One less obstacle for the ball carry. Так. Это интересно. Будет сейчас забивать, не будет? Так. Прокс просто молодец. Герой этого матча, я говорю, вот, честное слово. Просто герой. Когда нужно, он тупит. Я так за него рад. Еще холопство, вообще прекрасно. Солнце реально сейчас нужно забивать уже. Не уверен, что сейчас задефает.
Оно еще и вкачалось, смотрите-ка на него. Что все позволяет? Что, девочки собирают? Ну что, дело за малым, нужно всего лишь-то просталить, да? И забить под конец, под 16-й ход. А если мы еще порвем пару завров, не знаю, то будет ее красота. Попробуем завалить кого-нибудь. То есть у нас же как раз 11 игроков есть, да ведь? Есть. Да, у нас еще даже скамейка есть. Ну, даже есть скамейка. Ну, если я не буду тупить, да, если я какую-нибудь вообще херни полнейшей не сотворю, то это ничья. Меня, в принципе, устраивает. Вообще-то все равно, что у меня хемри на вышке сидят, да? А эти в среднем дивизионе, то меня вполне устраивает даже сидеть в среднем здесь качаться. Меня это вполне устраивает. Ладненько. Разбивать лос. Опять так же. Может, вот раз по-другому, типа ты. Порычать так, да. Вилла вот так бьет. Is that Lord Borak down there, Bob, in front row? I think it is, Chum. Hey, Borak! Thug off your fucking head! Сначала не покатаешь, конечно. Гильни потащит мячик. Я, конечно, хотел с нулевым бы, конечно, сделать пас. Им бы забить еще. Ну это что-то такое, на грани фантастики, да? Так, еще раз смотрим, получим. Порычать так, да, тобой так. Порычать здесь. Потом... Пусть ему 4 часа силовой привезет. 4 сюда привезти тебя. Под фол как раз, да. Пофалить. Попробуем пофалить реально. Допустим, тебя на ассист. Если мы здесь уберем тебя сюда, привести тебя сюда и пофалить, да. Я устраиваю такой вариант. Tasty. Какая радость. Ну, похоже, наши планы пошли к ядрине матери, да? Сейчас она получит в табло, наверное, сайдстейпер с финдом. Хотя, не знаю, ну, на мяч шансов только этому скинку, по идее, встать, да? Здесь слишком много народу. Ну, либо не, тут, наверное, виллу вбить смысла нету особого. То есть нужно, во-первых, ассист тащить сюда сперва. Потом уже едать пятак. Ну ладно, ударно выйти сюда будет, и скинг бежит на мяч. Этот, я не знаю, может тоже дернет вас всех, я знаю. Классно. Это не рерол. Естественно. Лежачий в раз завар на вресле, это всегда приятно. Да, одна из самых противных вещей, когда ты играешь за завров. Ну,
Ладно, минимум придется блиц тратить на скин, который сейчас на мяч станет. Хотя еще неизвестно, куда мяч, конечно, меня скучит. Если он скучит сюда. Главное, чтобы не сюда. И все. Наверное, встанет сюда. Хотя может встать сюда. Да, наверное, встанет сюда. Потому что сюда упал мальчик. Так, куча скинка ВКонтакте. Куча скинка ВКонтакте, вот мы все-таки разбиваем, да? Не помню, уже на клетку вверх вставать все-таки. Чтоб тебе больше такл зон было, ну, перекрывало. Правильно я тебе говорю, да ведь? Так, с мячом мы можем уйти, наверное, направо, я думаю. Лучше, наверное, направо уйти, потому что здесь завар валяет, здесь щиты зараза стоит. А тут мы можем на халяву даже без блица сделать удар. Пусть даже hey, Jim. Скинки здесь, здесь, хотя, можешь, конечно, не убирать, типа, поверить в 3+. 3+, 2+, 2+, пас сюда. Ты, типа, потом бежишь. А, типа, такой бежишь, сюда брицуешь, сюда мы встаем. Ты встаешь. У нас еще будет свободный этот гард, по идее. Ты сюда, ты сюда. Можно реально, в принципе, без блица обойтись. Ну, это нужно верить в 3+, получается. Тогда. Либо можем освободить этого и им блицнуть как раз сюда. Тогда же, наверное, даже будет лучше. Так. Освободить, I may not be the sharpest spike on the armor, but I'm not that stupid. Watch this! Once you wipe these players up, there's no stopping them! Поручень здесь. Это что у нас будет? Виллу ударить, блин, те же 3+. Боюсь, конечно, виллу убить, на самом деле, сейчас, это, блин, чертов лунер. И рычать тоже не особо хочется, честно говоря. Хотя, в любом случае, одна кубовый, да, ведь. Можем по реролю случаем. Я верю. Слава богу, не дабл единицы. Ссань, на самом деле. Это уже срань получается. Видимо, придется все-таки танцевать тобой. Не получится у нас пробежать вперед. К сожалению, не получится. Ладно. Значит, всего с мячиком с теми не здесь. Тогда. С поля. Сейчас мы ставим сюда. С мячиком сюда. Тебя ударить. То есть ударить подойти, ударить тобой, допустим, с гардом встать здесь. Давайте, наверное, с вами встанем сюда. Сюда с мячом пойдем встать. A loose ball is a dangerous ball. Goody. Yeah.
the ball. Apparently, it's more difficult than it seems. He's on him now, like a. Ну что, Прокси, давай ты все-таки пойдешь. Хороший мальчик. Так, не сдайте справа вниз, ударил. Санина. A block made out of desperation, no doubt. This time it worked. Не получилось, как я хотел. Нифига. Ну, хотя бы мячик типа под гардами стоит, да. Зауров попинали маус. Не спиму, даже с Завром по идее найти кубов сейчас мяч. Если только не знаю, как-то сверху здесь ударить в 1D. Гарда он снова перетащит. Мне придется решать здесь сейчас. Здесь на скинке уходить отсюда. Если здесь останется, конечно. Его получает в пятак. This player likes to be well assisted in a fight. Вилла получает в пятак, да? Ставим сюда на скинках надо. Пускай дожится, если хочет. Twinkle toes there. Можно, чтобы скинки зафейлили, какие-нибудь данжи все-таки. Атаку желательно. Здесь он может зафейлить, здесь может зафейлить. Здесь ему нужно тоже бежать два раза. Ну, хотя бы даже один. Пойдет. Наверное, в контакт с кем-то вставать не будет. Под такл на халяву вставать такой себе. Здесь тоже смысл. Ну, можно и сюда, в принципе, встать, на самом деле. Удар здесь, встать здесь, ударить здесь, встать сюда, чтобы под нас раз здесь разогревать. Встанем, да? Ну ладненько. Все еще ждем, пока скинки начнут ломаться. Какой-то вид. Мы их бьем, они ломаются. Один поломный скинг за всю игру. И пару нокаутов, по-моему, было на скинках, и все. Здесь, наверное, встанет здесь. Раз, два, три, четыре. А может реально встать здесь, вполне. Сюда смысла нету. Вставать под гарды. Почему сюда? Сюда. Ладненько. Нет, видимо, сюда вторгнется. Что-то мне кажется, что он сейчас сюда встанет. Этот сюда. Чтобы не дать мне вперед пройти здесь. Здесь надо удар здесь. Хотя нет, удар, наверное, сюда. Хотя без разницы, все равно кто-то освобождается из них. То есть либо этого держать зафоловить, либо холоп свободный будет. Наверное, ударит холопа все-таки. Возможно. И под скинк его положит. That'll help the player move without risk. Окей. Я бы, наверное, даже положил сюда. Чтоб я не мог сюда прибежать. Конечно, мало.
Че, еще гофишечку? Вообще не знаю, че дуджик. Ну, можем, типа, не знаю. Покататься на скинке. Ударить здесь. На скинке. Ну, ставим сюда, ударим здесь, 1D подойдем. Здесь как разруливать через рычку, да. Я, значит, пока корпус не повалим, на скинке ничего нет у нас. К сожалению. That there are all Skaven leagues played in great caverns underground. The teams are backed by the powerful greater clans. So you have clan Skaya teams, clan Eshin teams, and so on. Плюмстим здесь, наверное, сейчас ударим сперва здесь. Don't talk to me for the next few rounds. Любовь, ничего. Мое любимое. So close to a world of hurt. Может, мы сплетим сюда. Ну, это сайдстеп, да? Может, 2-6 искать. Уяли шестерку, чтобы еще сесть сюда давать на эту заразу. 6-7 ударить здесь. Гордана, блин. По-хорошему, конечно. Крокс надо валить, короче говоря, я думаю. 5-3 плюс рычку. Конкурент, конечно, можешь здесь так просто набежать. С мечом, да? Together. Оно прокинулось. Блин. Здесь у нас нифига. Если бы с ним сюда, наверное. Ну что, шестерочка есть, может? Кстати. Хера не получилось. Сейчас он сюда, наверное, стоит наверх. Да. Сейчас встану сюда. Видимо, да. Видимо, да. А, давайте ставим сюда. That's a holding maneuver, if ever I saw one. Горда пихаем. Less pressure on the ball. It's a good move. Блин, ну, хочется, конечно, ударить на заразу, да, нас увезет сейчас куда-нибудь не туда. Тоже вариант. Чтобы если пробился, было бы зашибись вообще. Хочу, может, двойку? Да нет. Двойку не хочу. Падать четырех силовым, чтобы повалить скинка минус арморного. Нет, такая себе идея явно. Чина единичка, спасибо большое. Я зачем блок-то беру? Вот бы гном так против меня кидали бы на свои единички. Я был бы безумно рад. Берешь, блин, свои, блин, эти... Как его? Блоки в рестлинг. Даже на кубовый не может нормально прокинуть. Ну, конечно, скинком у него есть какие-то кубы, да? То есть, если скинком набежит там куда-нибудь. Типа, ты набежишь сюда. Ты набежишь сюда, да? И ты, допустим, лицанешь. Что-то у него, конечно, найдется.
что за скотина живучая, пипец. Я помню, ни разу не пробил, вообще ни разу. Шестерморную тварь. Как такое бывает? Что-то самое выражает просто. Ни хрена уж, конечно, эта тварь, блин, пробилась, упала вообще. Мне надо бы двойку хотя бы, мне устроил двойка даже. Ну и ровно тут срань тратить, такая есть уже идея. Так, хорошо. Сюда идем, да? Наверное, фолловит даже. Чем... Сейчас перепало, он еще стоит. Ну чё, блиц сюда и вставание на мяч. Чё он сейчас пытается 6 пульсов не кидать, я не понимаю. Швед, тут нету кубов. Нет кубов, мяч. Успокойся, а. Пожалуйста, успокойся. Может даже бить не будет, чтоб на финде не вышел я сюда. Тогда здесь будет легкие два куба, поэтому заву и два свободных игрока. Плюс еще гард свободный есть. Спириально даже, наверное, лучше не бить вообще. По этому блицеру. Он на коксе сидит и так легко не убежит. Что это у нас? Знает, он падает на самом деле. Давайте сюда. Все. С первого блока вышло. Реально, по-моему, первый блок получает эту виллу, и она сразу же улетела. Молодец. Люблю таких старплееров, а? Можно даже реально посмотреть, допустим, матч, сколько на блоков получилось по себе. Так, ну если на самом деле пробегание какое-то даже налево, теоретическое, мне так виднеется. Ударить в тебя с блицом каким-нибудь. Тут куда-то скинг сейчас станет неизвестно, да? То есть этого убрать так, просто через блок. Один-два да здесь найти. Этого скинка может блицнуть, либо тебя блицнуть. Сюда и здесь встать, допустим. Но пахнет блицом сюда. Вот и здесь. Вот и здесь. Наверное, тобой нулевым ударим. Даем нулевым. Если вставим сюда, будет прочать здесь у нас по кроксу. Через 3 плюс. Прочать по кроксу здесь, прочать здесь, да? Ты, наверное, блицнешь сюда. В тебя. Здесь прочать сюда, встать сюда. Блин, каким мяч будем прикрывать? Хиро знает, да? Загадка. Загадка. Мироздание. Давай покатаемся прямо здесь, наверное, на тебе. Сюда пойдет. И сюда. Можно же сюда падать вообще. Так, я тут. Все сюда. Можно, в принципе, сказать, что, конечно, с мячом здесь тупо, тогда. Нужно и вперед, на самом деле, двигаться. Это я понимаю, кубы. Это
Это я понимаю, кубы. А это не кубы ни хера. Ну что это за срань, ты живучая такая? Ты сдохнешь или нет когда-нибудь? Тебе запрещено уже жить. С 4-м левелом. Тебе запрещено жить, друг. Мячик прячь. Опять сюда, что ли, стоять? Можешь, конечно, сюда встать. Это прохладно тоже звучит. Звучит прохладнейшим. Просто прохладнейшим образом звучит. Ну ладно, давайте встанем сюда. Ха-ха, here's some friends. Стой, стой, по идее. Христа ради, а. Говно. А, мы стоим. А, ну эти единички за ГФИ, ёплы-палы, а. Это же реально даже как бы не пропустить начальную баночку сейчас. С такими офигительными губами. Неубиваемые скинки, просто капец. Это просто атас. Надо же сейчас на следующий ход вперед бежать. Как там уже бежать? А как хер узнать с одним реролом на три хода? Не набегаешься особо, да? This reminds me of the time you got bored and chained all the goblin technicians together to create a living mess. Блин. Чертов проблем, блядская хуйня. Блин, нужно нереально все с матом проводиться. The domino effect in more than 20 swords came up from Zlanhotep. Хороший кубы на травму, слушай, 6-2-6. Точнее, 6-4-6-6. Rather than the knee. Не понимаю, правда, почему Крокса протолкнул, а не Завра.
Сейчас он на мяч или посадит? Так, ну мы тут уходим с... А, мы никуда не уходим, мы остаемся на месте. Ты можешь даже составить по Крокса на самом деле. Если бы нашел бы стрелки какие-нибудь или пятерку. Чтобы Крокса не подержать за жопу. Пусть даже ценой блока по себе. А, это было три куба было бы по себе, да? At least they have teams. Возможно, возить единичку, например, а? Для справедливости. Крокс мяч, окей. Классно. 2-1-1. This could be a sack. I love it when that happens. Хер там был, не? They left the ball carrier exposed. There could be a counter strike. Какой пиздец, а? А что за хуета-то, твою мать? У нас, конечно, есть два куба, да? То есть... Да, мы сейчас встаем здесь. Порычать нужно. Повалить. А потом плясать от этого, да? Пиздец, блин. Ну, Карксигур, ловящий мячик, просто я ебал. Спасибо и на этом. Что набить не буду на самом деле. Типа 3+, 3+ и побежали, видимо. А тут потом через блиц можно. Потом можно через блиц побежать сюда. Тут уже. Наверное, тоже сейчас будем до жопы, блин. Даже сейчас делать будем. Хватит уже. Хватит терпеть. Ну да. Спасибо не единичка хотя бы. Спасибо, что не единичка. Уже можно порадоваться. Сразу, чтобы 2+, 2+, точнее 2+, 3+ сделать. Хотя он пойдет сюда и перекрет нам все равно проход, я так думаю. Ну, побежали, херли. Я верю. Want to believe. Так, 3, 6, 8. Да чтоб ты сдох-то, твою мать! Ненавижу тебя лютой ненавистью, мразь тупорылая, блин. Умри от рака. Вонючий скинг, твою мать. Говна, блин. Конечно же, да, блин. Да еще больше яичек мне прокинь, ну. Вообще заебись было все.
Да не два. Спасибо большое, большое спасибо. Давай еще единичек мне. О, какие хорошие кубы пошли, блин. Ни одной пятерки, ни одной шестерки. Большой хер во рту, блин. Это все, что мы получили за этот ход. Надо эту мразь повалить просто. 5-6, 2 куба, блин. И сдохнуть желательно уже. Хватит ее жить. Шестиарморная мразь. И был бы гард хотя бы здесь. Все опять их хер во рту, блин, получили в этом. And yet so much can still happen. Nothing certain in this game. Да, да, конечно, шестерочки, даже без них. Даже без шестерок так не знаю. Ну хотя бы 5-6 не найдем в мяч, а. Пожалуйста. Что ты стонешь? Ветроголовый придурок. Unity is strength. Ну, сейчас он блицанет, потом еще прилипал, если чего встанет на мяч. Вот, вообще три куба прекрасно. Еще те же кубы на травму, спасибо. 6-2, 6-4, 6-6. Еще опять двойка на кажулке. Офигительно, блядь. Просто офигительно. У меня один спалмен скин за всю игру. Спасибо, игра, спасибо. Может, не найдем кубы? А? Спасибо, игра! Вау! Спасибо! Есть в этом мире справедливость хоть какая-то? Нас, конечно, все равно зажмут за жопу. Да? Потому что сейчас два прилипала и встанут, и как нам сюда убегать, хер пойми. Хоть у нас даже свои свободные, типа, блокер. Больше нас нихера нету на самом деле. Этот не убежит никуда с своей гилой. Ну а что, здесь задолжимся. Да. На пофиг, да? Если он здесь не разложится, то наш вариант бросить ему сюда и убежать сюда. И здесь тоже, не знаю, кучу херню кидать. Я не знаю. Ну давай, упади хотя бы здесь-то, ёб парасоте. Просто один раз упасть на 3+, пожалуйста. На что-нибудь хотя бы упасть. Ну вот. Зафейлить что-нибудь надо. Очень сильно надо. Спасибо. И сдохни ещё. Ну хоть так. Хотя бы так. Либо просто, не знаю, так. И побежали сюда. Потом кем-то хер пойми кем прикрыться еще надо будет, конечно же. Это еще вопрос на миллион, кем мы будем прикрываться, да? Короче, кучу грязи нужно на безрело прокинуть. Что я могу сказать? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Надо же как-нибудь сюда встать, видимо. Мам, ты встаешь? Индезис. Красный. Нет, бред. Красный здесь.
какой-то полный бред. Был бы рерол, я был, конечно, бы смыл, наверное, так. Без рерола тут какая-то херота получается. Давайте, значит, ставим здесь. Если хотя бы ёбнемся, хотя бы рядом с мечом будет. Сдохнете, может, да, скинки. Ну да. Три раза сдохли. It's a bluff. Let's hope Nuffle is smiling on those blocking dice, Bob. Nuffle's always smiling. Отличный блин. You just don't always know which side he's supporting. Хер знает, что тут кидать теперь дальше. Реально, я просто хер знает, что тут нужно делать дальше. Теперь. Просто постоим стоять. Аху! Пизду, блядь, не хочу уже нихуя думать, даже говно какое-то, блядь, творится под конец матча. Начинает бомбить, зараза. Чё же мне так бомбит из этой игры-то? Не могу. Нормально же общались. Чё мне начинает опять гореть-то? Херня ты, блин. Видимо, из-за того, что нихера даже никого из скинков не побил. Блин, чё за хуета? Один из полных скинков за всю игру. Шестероморного не сломали ни разу. А подбирать кем? Она больше никого не забивает, типа, поэтому на ячейку типа играет. Так, конечно. Ну окей, ничей, чем искать, окей. Наверное, следует порадоваться, что мы хотя бы тупо живы остались, да? Хотя бы, блин, все целые. Типа, все целые. Скажем так, да? With arms like tree trunks, there was only going to be one result in that spot. Ну ёбнись. Should they be stomping on the player's neck with those studded boots that hard? So yes. Ну лежит, ёлы-палы. Нафига подниматься-то? Я не вижу смысла вообще. Во имя чего, мистер Андерсон? Зачем вы хотите так сдохнуть от пакла? Я не понимаю. Мне и так будет кого повалить. Помимо этого скинка. Зачем доджиться, я не понимаю. Последний ход все равно. Он решил мне дать типа кубы халявы. Я не против. Мне как раз уже четырехсилового качать.
Сколько там СП вот осталось? 11. ГГ. ВЦГ. Такой ГГ, что... вертел я его на детородном органе, так ГГ. Ну хотя бы не поражение, да? Чуть-чуть сломаем. О, слава богам! Ей, под конец матча, как всегда, ну, травма пошла. Прекрасно. Ну что, 9 СПП осталось, что сказать. 9 СПП. Раз, два, три. Встать сюда, два куба, пофалить. Потом еще здесь встать, в принципе, можно. Вот тебе похвалить. Живучая мразь. Живучая мразь. Живучая. Даже валить некого теперь. Срань. Ладно, не буду жертвовать игроками, нафиг надо. Ради каких-то гипотетических шестерок. В жопу она не усралась. Да, говно, как... Концовка, конечно, говно получилась на самом деле. Что-то как-то нихера не нашли кубов нормальных под конец. So, the final score is a 1-1 draw. Any further thoughts, Bob? I need to go to the toilet, Jim. And that's all I've got to say about that. Не знаю, реально, блин. Поломали пару бы скинков, хотя бы два, хотя бы три, не знаю. Учитывая, что он, в принципе, неплохо так подставлял их, швед их. Под таклы, под по обычные блоки. Эти бы мелкие мрази не могли бы перекрывать нам такл зоны, блин. Мы хотя бы маневрировать как-то, блин, а так... Изавры на жопе сидят, и скинки не идут пробежать нормально, там, своими подкатами вонючими, блядскими. Нихера не побегать по полю. Типа, на холопов, блядского. Нихера нам не усралось. Хер пойми. И травм. Две штуки на четырехсиловом, да? Син. 12 СПП. 12 на 14. Ну, почти поровну.